Всем привет. Приехали мы клубом леший помогать спасать затонувшую Волгу. Провалилась на том бережке. Даже не бережок, канал. Вода не замерзает всю зиму. Удлинили трассы. Парни на лодках переплыли. Зацепили за шишигу. Говорят, 3 или 4 метра. Стой! Давай. Так, короче, эвакуация автомобиля началась. Иван Прайд, как всегда. Да, здрасте. Я убегаю, убегаю. Чиранника, отгоняй! Выплывай. В общем, пока непонятно, кто куда, зачем. Подводная лодка. Дядя Витя, красавчик. О, Волга стала подводной Волгой. Ёпа, раз у тебя посмотришь. Нифига себе. Мамочки. Вот это называется воздушный пузырь. Мы уже сразу дать побольше, она бы прошла. Да. Ты тяни быстрее. Все, трасс оторвался. Волга сейчас утонет. Дотащили Волгу до глубокого места. Одна крышка багажника. Ё-моё. Шишарик тащит. Волга уходит на дно. Трос, однако, порвался. Все, Волги нету. Одни пузырьки. Утопили окончательно машину. Так, вы чего так это? Клюё! А, вот сюда рыба. Волги нет. Твоей мечты рыба. Это запомнил. О, Волга. Часть Волги вышла. За бампер, за бампер. Ну, все вытащили. Короче, оторвалось номер один. Так ее что, за номер прицепили? За петлю самое смешное, ну она хули отломилась. А что, крюк просто вырвало, что ли? Да? Все, вырвало. Вот его вырвало. Поэтому она и. Я и тут трос порвался, я думал, что у тебя где он порвется. Да она в землю носом воткнулась, а вот так. Волга там. А он на залом просто крюк получился, его и отломил. Качество крюка подвело Волгу. На этом наша спасительная операция завершилась. Качество русской машины подвело, выдрало крюк. Тащили шишариком. Ну, всякое бывает. Теперь только водолазов надо.